для супроводжуючої особи, яка супроводжує інваліда першої групи, першої категорії, учасника ліквідації аварії. Вот так работают депутаты областного совета. Сейчас 13:30, был объявлен перерыв. После перерыва осталось 43 или 46 депутатов из 72, по-моему, которые были с утра. Ну вот, смотрите, я вам показываю зал. То есть зал полупустой, ну, форум есть, но в натяжку. Вот мы видим, как некоторые целыми фракциями просто исчезли отсюда. Доброго дня, колеги. Депутат Бабак, фракція «Об'єднання «Свобода».